Ну что ж, всем привет, вы на канале Horror-san, и сегодня мы продолжаем проходить гештальт Steam and Cinder. Мы добрались до так называемого моря мусора, где у всех наших знакомых, кроме нас, почему-то ездит крыша. Почему она ездит, пока непонятно. Тем не менее, мы на последнем, на тончайшем ХП успели добраться до ближайшей сохранялки. И с этой сохранялки мы, собственно, сегодня и продолжим. Так, ну пойдемте. Мобчики здесь весьма неприятные. Ага, здравствуйте. Харон. Заходите, пожалуйста. Позвольте вашим мозгам высохнуть, вашему мозгу немножко высохнуть. Думаю, нам стоит согласиться. А я не пойду. Ладно, пойду. О, так, ну начнем с тебя, дружище. Ну да, я кстати, так и думал. Да-да, когда они под водой, разум проясняется. Чувствуете себя лучше? Он прав. Я ощущаю прояснение. Множество голосов, они ушли. Или немного ослабились. Да-да. Разум должен оставаться. Разум не должен быть мокрым. Пепел. Угу. А, дым. Да. Разум не должен оставаться мокрым, он должен тлеть. Наверное, мокрым он имеет в виду воду. Видимо, это как-то связано с гнилью. Твоя мощь, Алития. Что бы здесь ни происходило, на тебя оно не действует. Но на меня я бы мог закончить, как он. Наверное, нам стоит поблагодарить тебя за то, что ты помог нам, Фария. Фария? Нет. Этот потерян. Умер. Отправился на земли пыли и костей. Урт. Этот все еще здесь. Ладно. Слушай, мы пришли сюда по причине. Пришли за Фарией. Нам нужна его помощь. Твоя помощь. Проект Гештальт. Скажи, ты знаешь что-нибудь о нем? Так, что такое глинт? Вспышка. Шиммер. Мерцание. Вспышка, мерцание. Божественная кровь. Это божественная кровь? Мой кулон? Да, божественная кровь. Где хранится сила?
однажды пронзила храбрых, и они стали ложными богами. Или созданиями богов. Осталось немного. Клоц. Комок, сгусток. Ага, всего лишь несколько сгустков. Добрый вечер, Рихелио. Еще раз. Храбрые. Наверное, он имеет в виду окаянцев. Первый, кто надел броню, чтобы вернуть мощь обратно в бездну. Да, да, да. Они приняли кристаллы в себя перед предательством. Кровавые кристаллы. Да. Ты можешь справиться с пламенем. Ты дитя, которое исполнило обещание. Обещание, данное давно. И теперь ты ярко горишь. Обещание. Звучит как какая-то неразбериха, но все же. Я знаю. Там, откуда я родом, всегда было... Хейзи. Туманно. Ты должна увидеть источник всего этого. Где стены слабые, и мощь протекает. Ты должна пойти в Урт. Это источник всего этого? Урт? Он реально существует? Сон. Кошмар. В глубинах. Потерянный, но реальный. Но путь покрыт струпьями. Ну, короче, путь будет тернист. Старая кровь. И горе, и время. Тернист. Ты имеешь в виду заблокирован кристаллами? Да. Нужно пройти, если пламя хочет спуститься по реке. Но твой огонь слишком дикий. Мы должны сфокусироваться. Тебе нужна моя призма. Но воры забрали ее. Злые люди. Вода пробралась сквозь их черепа. Но если пламя заберет их назад, да, мы пойдем вниз по реке. Злобные люди, мусорщики. О, назову их мусорщиками. Куда они унесли ее? В свое логово, где шепчут, скулят, кричат на деревьях из металла и костей.
пламя должно забрать этот ключ. Ага. Накормить замки металлическими зубами. Клик-клак. Ага. Ну, типа, пойти туда и забрать то, что они украли. Ладно, заключим сделку. Я пойду с тобой. Я бы пошел с тобой, но... Думаю, лучше всего будет остаться с нашим новым другом. Скорее всего, я буду приносить только неприятности. Так, минуточку, друзья. Попробуй узнать у него еще что-нибудь. Он что-то знает. Нам нужно всего лишь пробраться через его безумие. Да, я позабочусь о нем. Иди, скорее. Так, ничего тут у нас нет. О, что-то есть. Видимо, больше предмет интерьера. Окей, снова одни. Эй. Может быть, вот сюда? Нет, не сюда. А как нам вверх попасть? Ладно. Возможно, я о чем-нибудь пропустил. Опять у меня ХП нет. Почему? Что происходит? Куда постоянно девается мое ХП? Не, и не здесь. Может, сюда вниз? Нет, а мы отсюда пришли. Давайте посмотрим на карту. А, подожди, там дальше можно? Нет, дальше-то можно, но там же этот, стена. Нам, видимо, надо... А, подожди, не обязательно наверх. Может быть, мы сможем попасть вправо-низ. И вон тут какой-то проход имеется. Сейчас, я еще раз попробую туда наверх запрыгнуть. Все-таки мне кажется, что здесь нужен дэш. Да. Чертовски не хватает дэша. Ладно. Тогда мы действительно спустимся вниз. С одним приятным иметь дело. А, во. Допустим. Ух, срань. Страшная. Нормально всего с трех ударов ложится. Это весьма удобно. Угу. Как же я хочу научиться справиться. Блин.
ты дурачок. Окей, а мы можем вниз попасть здесь? Не можем. А что мы вообще можем? Мы можем уровень получить. И это хорошо. Так, еще мы можем посмотреть, что вот в этой пещерке. Ага. Так, звучит как что-то не очень хорошее. Ну. Опа. Это челик. Ладно, с этим чериком мы достаточно простенько справимся, окей. Лупить его придется долго, кстати. Что не есть приятно. Эту штуку можно было сносить все это время, вот эту кучу мусора, блин. Мой косяк. Ну ничего страшного. Мы еще вернем упущенные возможности. А мне туда не попасть. Я еще пока не умею. Здравствуйте. Блин, слишком уж много тут заблокированных мест. Мне не по кайфу. А, ну мы можем направо пройти, пойти, правда? О-о-о-о. Ни хрена себе у вас тут собраница. Ну окей, подойди ко мне поближе. А, блин, чуть не перепрыгнуть. Охренеть, у них ХП. Может, мне пока рано здесь воевать? То есть, ну как бы, если представишь, что двое таких сейчас на меня в атаку пойдут, это же просто какая-то жесть. Или я слишком мало времени уделяю комбинациям. Такое тоже возможно. Похоже, мне нужен костяной ключ. Ладно. Что ж, пойдемте искать костяной ключ. Угу. Ну, вниз так вниз. Какая прелесть. Этому я несказанно рад. Люблю, когда хилочки находятся близко. О! Что ты здесь делаешь? Алития? Леон? Какого черта ты здесь забыл? Эти вещи. Они все еще там? Шепчутся? Смотрят? Что? А, боги, гниль. Гниль, гниль. Нет, я достаточно свежий. Да, довольно-таки. Видишь ли, у меня есть маска. Такая потрясающая маска. Леон, у тебя нет маски, боже. Мне надо тебя вызволить отсюда. Думаю, у одного из рейдеров есть ключ от этой клетки. Так, try to keep it together, Леон. Сохраняй рассудок, Леон. Ладно. А вот сюда можем? Нет, не можем.
Леон забавный дядька, мне нравится. Ага, и сюда нам не попасть. Так, ну пойдемте сначала налево. Годно. Так, ну что, давай попробуем в честном бою с тобой повоевать, да? Ой. Допустим, получилось неплохо. Ага, там у нас стрелок наверху. А что у нас здесь? Пока не знаю, но пойдемте сначала налево. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, мой хороший. Это девушка или мальчик? Не понимаю. Андроид какой-то, бесполое создание. Так, ладно. Что это еще такое? Господь, Господь. Как же тяжко, а? Но все равно прикольно, мне нравится. Мобчики действительно разные, и от этого кайфово. Эй, сюда иди. Ну что это такое, стесняшка? Просто втащить по ней разочек и все. Последний. Так. Что тут у нас какая-то вкусняшка имеется. О! Скелетон. Как раз то, что нужно нам. О, прикольно. Я смог от этой штуки увернуться каким-то чудом. Годится. Ну, блин, она успела по мне вдарить. Это не очень приятно. Да почему ты не прыгаешь-то, солнце мое, ну? Жопа кипит. Ну, хоть открытый, на том спасибо. Страшно. Так, ну допустим. А дальше как? Понял. Нет, я не так хотел. И не так хотел. Допустим. Ну, здравствуй, те, господин щитовик. А чё ты не лупишь-то по мне?
Ты будешь драться? Годится. Какой-то тормоз наш господин щитовик. О, блин. По идее хорошо, но что-то как-то вышло не очень. Эй, придурок. Реально тормоза какие-то. Ну, видимо, так на них действует виски. Ой, виски, господи, виски, это то, что я подобрал. Дождик на них так действует некомфортно. Да! Так нечестно. А, не, а сюда мне не надо. Он меня так уничтожит. Какие же вы падлы просто. Годится. Так. Куда все хп девается, я не понимаю. Это отвратительно. Смотрите, тут прям целый народ живет, получается. Кайфов живется, ребят. Угу. Ну хотя бы так. А в этот раз не получилось. Что ж, бывает и не получается. Очень похоже на конечную, на самом деле. Их здесь слишком много. Так, сундучок — это хорошо. Я чуть не сомневался, что так произойдет. Что это было? Что он там такое сделал интересное? Jesus. Так, ладно. Давайте сейчас вернемся назад. Если у нас это, конечно, получится. Нет, я не туда пошел. Или туда пошел. Не, все, я правильно пошел. Ладно. Сучары. Бесит меня. Так, не-не-не, стой. О, блин, там какие-то новые мобы. Давайте. А там вообще нам есть смысл туда идти? Ну, вообще, там еще проходик был целый. Как эту штуку убрать? Во. Так, значит, отсюда мы... А, мы аж сюда попали. Ну, блин. Ладно, хрен с ним, давайте сюда. А. Круто. Я понял. У нас нет выбора, мы должны идти налево. Thank you.
Надо ли нам туда? Вроде как нет. Там был ключ, и мы его уже забрали. Так что можем идти сразу вправо. О! Это я зря не заметил. Ладно. Возможно, оно и к лучшему. Ну иди сюда, щегол. О! Это я прикольно сделал. Годится. Нет! Немножко неправильно мы сделали, бывает. Блин, а мне совсем чуть-чуть оставалось, кстати. Реально завалить вот этого черика, который со щитом, и я бы смог добраться до сохранялки. А, не, подожди, там надо было еще повоевать, еще. Ну или мимо пробежать. А куда? А, ну пока понятно куда, хорошо. Йоу, чел. Какой же ты. Приятно, что вы слегка вы местами бываете туповат. Да еда! Как же меня это напрягает. О, там шоткатик есть. А как до этого шоткатика добраться? А пес его знает. Забавно. И весьма приятно. Годится. Так, я правильно понимаю, что я могу? А может и не могу, не знаю. Но попробуем еще раз. Мне кажется, там надо с дэшем, так что хрен с ним. Я... очень много уже потерял хп. Крайне удобное место. Нет, не бей меня, пожалуйста. О, повезло. Так. Ну, туда мне не надо, правильно? Или надо? Да, мне надо было выше. Окей, пойдемте выше. Тут все это время было хп. Ой-ой. Ты давай. Давай. Поганая шалава. Как же меня это бесит. И это тоже. А, ну я могу себе хп восстановить. Зачем я хилку использовал? Я мог себе хп восстановить, блин. А! Кайф. Да почему? Все с тобой хорошо, душа моя. Так, допустим. Так, ну эта штука вроде в безопасности.
Страшно. О, блин, как неудачно. И тут, получается, хилка была недалеко. Ну, нет, да это... Хотя, если бы я себе ХП восстановил с помощью вот этой Тесла-катушки, было бы попроще. Так. Несомненно, ты более... Может, проворный какой-нибудь. Тонкий, острый. Хитрый, да. Ты, несомненно, более хитрый, чем твоя подруга, маленькая лиса. Но простой сделки недостаточно, чтобы удивить меня в моем собственном доме. Доме? Мне нравится, как вы обустроились, доктор. Здесь весьма уютно. Ну, хватит. Я знаю вашу репутацию так же, как и вы мою. Вы не... Я не считаю вас человеком, который любит удобство. Или уют. Согласен с вами, Фауст. Миропанцам всегда не хватало немного тепла, не так ли? Просто играю свою роль. Это правда, лис. Но что бы кто ни говорил, мы не похожи на остальных. Это верно. Теперь, когда мы подружились, надеюсь, вы ответите на пару моих вопросов. Жаль, я думал, ты просто зашел поздороваться. Ну ладно, давай. Не понимаю дословно, но он говорит, что у них есть какой-то общий интерес. Алас, боюсь, я потерял след нашего принципиального интереса. И у меня даже намека нет на то, когда она вернется. Тогда расскажите мне, чем занимаетесь сейчас. Угу. Видимо, я упустил момент в обмен на защиту от авангарда. То есть лис предлагает ему. Спасибо, Кузаку. Здравствуй, здравствуй. Угу. Так, ну мы, видимо, потихоньку подбираемся к заселенному кварталу. Красота какая, а вы посмотрите. А что это был за звук? А, сюда можно было просто встать. Ага. Здравствуйте. Вы местный вождь? Пока что не выглядит чем-то сверхжестким. А, понятно. Теперь я все понял. Ну, с этими прихвостями-то да, будет проблематично.
Охренеть. Я уже даже не знаю, смогу ли я по нему попадать. Жалко, что Friendly Fire здесь нет. Или, может быть, даже и смогу. Подожди-ка. Сука такая маленькая, мешает. Да ты достал! Как же я плох сейчас. Черт поганый. Уходим, уходим, уходим. Очень плохо. Охренеть. Я даже похилиться не успеваю. Прикиньте тем, да? Кусок поганого говна, сукин сын. Все. А, нет, есть еще хилка. Нет, я ошибся. А ты можешь меня вот таким ударом, который ты до этого делал, сделать? Нет, не можешь? Ладно, я посыпался немножечко. Господь, Господь, вы посмотрите на эту жесть. Да ты... О, о, сейчас, 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 куда? Зачем ты так полетел? А, понятно. Не в ту сторону выстрелил. Ой, сука такая. Ладно. Будем учиться. По крайней мере, пол хп я им снес. Давай. Так, надо ему сейчас как можно больше снести. Ой, мне постоянно придется, да, вот... Постоянно смотреть эту анимацию, просто восхитительно. О! Да почему ты по мне попал, тварь? Плохо. Да почему ты хилишься? Я не просил тебя хиляться, тупая ты овца. Да ты достал. О. Ну как назло, да? Реально как назло, ребят. Успел ударить по мне, тварь. Ну не убегает меня. Да почему вы успеваете по мне попасть, поганые твари? Спокойно. Хорошо.
с этой вроде разобрались проблемой. Ой, как хорошо. Ну вот, что не так сейчас было? Я же увернулся, ёб твою тварь. Так, хорошо, допустим. Спокойно. Так, а, мне не похилится, потрясающе. Ой. Окей, это было уже ближе. Я понял, как с дальником разбираться. И вроде бы как с ближником. Если я не буду получать от них урона, то все у меня будет хорошо. Да, 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 давай, 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 давай. Да я же, ну я же увернулся, но это нечестно. Игра, это нечестно. Вот что это такое? Почему сейчас ты не увернулась, тварь? Почему ты сейчас не увернулась? Тупая ты, овца! Ладно, ладно. Просто у кого-то кривые руки. Соберись. Ну давай быстрее. Спокойно. Как же мне сейчас повезло. О, я по этому челу попал. Удачно получилось. Очень удачно получилось. Ну, пукин. Ой-ой. Да почему ты сейчас-то так? Так и попал по мне, тварь. Ладно. Да. Пошел в спень. Yeah.
Ну окей. Ошибка. Так, все. Больше так не ошибайся, пацан. Да почему ты не крутишься? Спокойно. Хрен с ним. Эх, жалко, в него не попал. Так, Брутус Максимус, потрясающе. Мы победили саму брутальность. Ну ладно, честно, это был не суперски сложный босс. Так, а это что? Чаша обшута. Ага, у нас что-то новое появилось. Так, заряженные выстрелы. Алития может заряжать свой следующий выстрел в более сильную версию. K to charge, hold K. А, ну это надо смотреть на геймпаде. Угу. Хорошо, допустим. Должно быть это то, что искал Харон. Надо вернуться в хижину. А нам надо сделать перерыв.